Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Ксюша, и я рада вас всех приветствовать. У меня завтрак, кофеёк. Чуть-чуть немножечко подостыл, правда? Ну да ладно. Каша «Дружба» и пирожок. Назовем его то, что нашлось у меня в холодильнике. Вчера ложилась спать без рук, без ног. Все понятно, это расслабляющие ванны, массажи. Но после таких выходных нужны еще одни выходные. Я, конечно, старалась с перерывами, но, сами понимаете, да? Нам нужно все сразу сделать. Конечно, мы люди активные, но вчера прям с таким удовольствием эту кашу ела, и сегодня. Ну, наверное, еще какое-то определенное время есть не буду и не захочу. Варила в мультиварке, она там все-таки немножечко другая получается в мультиварке. У меня, кстати, видео записывается без света. Телефон держится на штативе кольцевой лампы, но она не горит. По-моему, нормально. В городе я живу прям совсем рядом с работой. Буквально. О, Серафима сходит с ума на окне там, потому что голуби. Надо ей, кстати, окно очистить. У меня мультиварка стоит, чтобы я была немножечко где развернуться, а то она у меня запрыгивала. Соскользнула. Вот сейчас как раз записывает. Я никогда не успеваю ее записать. Такие моменты интересные. Так, ну заценим. Что тут за пирожок получился? Вполне. Посмотрел на меня. Сень, ты тоже покушаешь, что положил. Вы еще с своей кошкой разговариваете? Не поверите, я с ней еще и советуюсь. А я сегодня просто отрубилась. У меня весь день, у нас очень дома жарко. Я открыла в спальне окно и лоджию, тоже в другой спальне. Думала еще тут вот в центральных комнатах открыть, но я только открыла, какой-то полудохлый комар. Вот бы я представляю, было мне весело бы с ним. Я сразу здесь закрыла. У меня тут москитные сетки не поставлены. Там держатели поотваливались. А это вообще не знаю, где в кухне, которая. Ну, то есть, не суть. Мы когда уезжаем, потребности нет в апреле нам ставить москитные сетки. Как? Вот. Когда приезжаем, уже отпадает потребность. Поэтому никак не купим эти сеточки вообще. Ну, не знаю, купим, не купим. Ну, вчера какой-то полудохлый комар залетел. Я, значит, не стал тут открывать. Открыть спать, укладываться. Все так закрыла. И провалилась. Буквально прям совсем вот моментально аж.
Ну что? Просыпаюсь от какого-то странного звука. Не могу понять. Встала, кошку закрыла на балконе. А она скребется, и звук из другой комнаты издается. Она замерзла. Естественно, я уже проснулась. Она грелась от меня. Лежала со мной вот так вот, как обычно. Терлась. Но потом вроде раз уснули. Потом опять в 3 часа приходил. Смотри, сколько же времени, Сим, что тебе надо? Она опять с любовью. Ну так. Потом она меня уже не беспокоила до утра. Мне бы приходило, вот как у меня будильник работает. Ну, типа, вставай. Все, нервы. Мало того, что у меня еще свой будильник, который у меня будет каждый раз. Я не знаю, как люди не просыпаются и не идут по нужде своей малой. Я вот 2 раза точно встаю. Это кошмар. Поэтому получается, что она меня... Ну, я тут с ней все подъемы совместила. Люблю пить из таких стаканов. Кстати, продаются в экспрессе по 250 рублей. И кружка такая, и стакан. А еще есть просто стакан. Обычный. Прикольная вещь. Держишь его так, он не нагревается, потому что двухстенный. Там пространство. Ну, все видели. О. Затяжной у меня завтрак. Всех обняла. До новых встреч. Хорошего дня, хорошего настроения. И пока-пока.